Здравствуйте, это Александр Змеул и программа «Главный архитектор», совместный проект канала ArtPlay Today и интернет-издания ArtSpeech. Мы говорим с героями нашего времени, архитекторами, об их взаимоотношениях с обществом, заказчиками и партнерами. Сегодня мы в гостях на Красном Октябре у архитектурной группы ДНК и разговариваем с основателями и партнерами ДНК Даниилом Лоренсом, Натальей Сидоровой и Константином Ходневым. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пригласили в свое бюро. Спасибо, что посетили нас. Это программа «Главный архитектор», и мы говорим здесь о профессии, и поэтому хотелось бы сразу перейти к делу. А есть такой тип архитекторов, ну, я думаю, в любой профессии, но архитекторам тоже присущи, которые находят какое-то решение, и дальше его успешно тиражируют, масштабируют во всех остальных проектах. Вот у вас я такого не замечаю. И что касается выбора типологии, что касается и каких-то стилистических решений, каких-то приемов, это у вас осознанный ваш выбор или опять же так складывается, или вы пытаетесь каждый проект как-то с нуля сделать? Мы пытаемся каждый проект начать с нуля, чтобы открывать, ну, не, быть непредвзятыми, чтобы в каждом проекте найти наиболее точные, ну, какие-то высказывания и его как бы интегрированность в контекст, причем в любой контекст, да, и градостроительный, и культурный, экономический. Потому что, когда есть стереотипный ответ, то, значит, скорее всего, ты ответишь только на определенную часть вопросов, а какие-то новые вопросы, которые могут дать более интересный результат, ты пропустишь. И вот это вот для нас важно всегда оставаться, ну, давать максимально какой-то широкий и интересный, глубокий ответ. Ну, как это наша позиция. Так? Добавишь? Нет. Я просто хочу сказать, что мы с точки зрения, конечно, бизнеса, на самом деле все время все говорим, что давайте, может быть, в следующем проекте вот хотя бы детали возьмем, ну вот хотя бы вот похожие, чтобы, ну, как наименьшее количество времени затрачивать. Но практически так не получается. То есть, да, наработка, опыт, он, конечно, мы используем, но по факту даже вот какие-то такие технические решения, детали требуют каждый раз, ну, то есть мы не ставим себе во главу угла, как бы экономить время и там какие-то усилия, а все-таки ставим задачу максимального ответа, ну, как бы точного ответа на вопрос, который требует всегда каких-то изобретений и каких-то других решений. Ну, процесс делания архитектуры – это такой слишком открытый процесс. И огромное количество факторов на это влияет. Поэтому даже при всем желании повториться, это не всегда получается. Вот. И помимо просто внешних факторов, ты сам еще внутри себя меняешься. То есть какие-то вещи тебя волнуют, какие-то перестают интересовать. Это вот процесс, который происходит изнутри. И, соответственно, это все накладывается, и всегда получается новый результат. Раз уж Наташа упомянула про бизнес, у нас опять же, да, есть совсем такие маленькие бюро, которые делают какие-то камерные проекты. Есть у нас такие большие мастерские, которые напоминают какой-нибудь такой, да, институт. Институт проектный, да. Вот. Вы пытаетесь, как я вижу со стороны, находить баланс, да? У вас есть крупные проекты, при этом, как ты сама упомянула, вы очень глубоко погружаетесь, много времени посвящаете деталям, что, конечно, наверное, с точки зрения бизнеса всегда ухудшает показатели, потому что требует просто больше, да, ресурсов человеческих, трудовых. Где для вас вот это вот, как вы находите баланс, где для вас золотая середина? И достигли ли вы ее? Это как раз очень сложный вопрос. Мы постоянно, я бы сказала так, в поиске вариантов, как бы, решений, да, и параллельного ведения разного уровня, разного масштаба проектов, которые позволяют гибко реагировать на ситуацию на рынке, если мы уж говорим про бизнес-сторону, да, поскольку
Понятно, что есть тенденции и тренды, и, скажем, бюро, которое нацелено на какие-то монофункции, в тот момент, когда рынок вдруг как бы уходит в другую сторону, и какие-то сложности, например, с определенного рода проектами, там, будь то функции, функционал или это размеры объектов. Вот, соответственно, мы стараемся вот в этом как бы диверсифицировать свои интересы и работать одновременно и на, скажем, частные такие эксклюзивные здания небольшие и на достаточно крупные объекты городские. Ну, собственно говоря, и по времени это тоже, поскольку объекты городские требуют большего времени на согласование, на прохождение, то есть у них период. Ну, вот этот, наверное, момент я бы выделила. Ну, плюс многофункциональность команды. Мы очень как бы чутко реагируем, опять же, на график проектов и перераспределяем работу. То есть у нас, ребят, не то чтобы все могут все, но мы стараемся так, чтобы можно было максимально гибко переключать в зависимости от загрузки сотрудников. Ну и сами мы, в общем, достаточно универсальны, поэтому тоже переключаемся. А как вы распределяете обязанности между собой? Это всегда такой вопрос, когда есть несколько, два, тем более три партнера. Как у вас разделяются обязанности или нет разделения, или все занимаются всем, или есть, наоборот, четкие? Расскажите, мне всегда интересно, как это выглядит. Хороший вопрос, но мы, в принципе-то, готовы на него отвечать, потому что, с одной стороны, мы все действительно взаимозаменяемы, и это удобно с точки зрения, опять же, гибкости. С другой стороны, ну, да, естественно, что какие-то, наверное, идейно-креативные, когда идет штурм по проекту или по решению вопросов, связанных с придумыванием таких основополагающих, или мы здесь все вместе с нашей командой все принимаем решения. Есть там чуть больше, может быть, специализация. Ну, допустим, там, да, Данил у нас чуть больше погружен в детали, ну и там я, например, чуть меньше, но и Константин тоже одинаково, наверное, да. Ну, детальность техническая такая, технологическая, вот. Я чуть меньше, да, но, например, там в какие-то аспекты, связанные с, не знаю, переговорами с заказчиками и там с организационной структурой, тут вот мы с Константином больше, чем, например, Данил. Ну, то есть это такое на нюансах. Но при этом у вас нет такого, что кто-то автономно из вас один занимается каким-то своим проектом, да? Такого у вас нет. То есть вы всегда всеми проектами занимаетесь вместе. Да. Ну, придумываете. Да, в той или иной степени. Но всегда участвуем. Да. То есть мы с самого начала мы решили, что мы все-таки вместе придумываем, при том, что каждый может предлагать свою версию, да, решения, но мы это все равно обсуждаем вместе и приходим к одному общему какому-то устраивающему всех решению. Вот, поэтому вот этот вот такой консенсус, он всегда должен быть. Это немножко сложный процесс, может быть, да, потому что один человек, он как бы сам придумал и как бы и реализовал. Здесь всегда нужно учитывать интересы, но это как раз и позволяет проекту быть более каким-то глубоким, более осмысленным, потому что ты аргументируешь каждый раз свою позицию, и это добавляет ему плюсов. Ее при этом критикуют со стороны. Да. Ее жестко критикуют. Жестко критикуют. Да, иногда, то есть тут нельзя сказать, я вот сейчас даже просто задумалась, а это как бы по времени, например, нас тормозит или наоборот. Ну, и однозначно сама себе не смогла ответить на этот вопрос, потому что иногда, наоборот, как бы это ускоряет, потому что идеи набрасываются, и они быстро выбираются, и приходит решение. А иногда, конечно, это очень сильно затягивает процесс, потому что надо сначала пропонировать друг другу, разобраться с мнениями, и только тогда выбрать решение. Да. В общем, у нас демократия, а не тоталитаризм в этом смысле, со своими плюсами и минусами. Ну, вот
Но, с другой стороны, когда ты один принимаешь решение, ты можешь пойти по ложному пути и обнаружить это не в самом начале, да? Абсолютно. Когда вы дискутируете, оппонируете друг другу, можно какие-то ошибочные решения уже на более ранних стадиях. Ну, подстраховка, да, подстраховка такая. Ну, безусловно, там оперативное управление, допустим, иногда бывает, что проекты, ну, можно под оперативное управление, кто-то, ну, как бы больше ведет, скажем, какой-то проект, а кто-то больше другой проект. Но в целом по решениям. Но поскольку, опять же, настроек, это мы как в самом начале отвечаем на вопросы, вот на этот вопрос всегда говорим о том, что три, значит, есть возможность, по крайней мере, там, два плюс один большинством голосов разобраться с каким-то, ну, только если нет жесткого вето одного из участников, соответственно, как-то так решаем вопрос. А что для вас вообще интереснее, работать с существующей застройкой или в чистом поле, как у вас условно есть, Сколково? Существующей интереснее работать. Нам поэтому и нравится как раз тема редевелопмента тем, что это, ну, какой-то максимальный вызов как бы для архитектора. И очень интересно было как раз преподавать вот эту вот студию Renew, потому что там были специалисты, там были не только архитекторы, их как раз, может быть, меньше даже половины было, но там были там менеджеры проектов, строители, то есть такая совершенно разная группа, и мы разделили их на несколько команд и работали над Плутоном. Как бы над концепцией Плутона. И что самое интересное, что, ну, в отличие от обычного архитектурного проекта, где ТЗ, ну, в основном всегда тебе предлагает заказчик, и ты уже, ну, как бы делаешь проект, понимая, какая функция там будет, и там примерные параметры помещений, здесь задача стояла прямо с самого начала как бы анализировать. И на основе анализа такого всестороннего мы специально приглашали разных экспертов, чтобы они делились своими как бы секретами мастерства, на основании этого анализа формировать и идею вот наилучшего развития этого места. Поэтому несколько команд, каждая предложила свое видение того, что здесь может быть, не только с точки зрения архитектуры, а прежде всего с точки зрения наполнения и идеи этого места. Вот по сути, как девелоперы выступали. Да, да, то есть это прямо такая была многофункциональная команда. И там архитектурный результат, он уже был не самым важным как бы в этой истории, потому что самое важное было придумать сценарий, обосновать ее, в том числе экономически. То есть прямо вот все очень серьезно. И потрясающе как раз, мне кажется, что результат каждый из этих вариантов теоретически вполне мог бы быть реализован как практический проект. Очень интересные находки и ощущения людей, которые реализовались вот в идеях редевелопмента. Самое главное, что это и была наша методика, то есть работы с редевелопментом. Мы как раз и говорили о том, что там есть анализ. Он такой-такой, начиная от эмоций и чувств, кончая там экономикой и транспортом, и конструкциями. И вот как вот это все вместе собрать, объединить с той идеей, которая у вас появилась по поводу того, что нужно этому месту, причем это такая почти эзотерическая история. И вот вдруг все это собирается и превращается в проект. Вот это было очень интересно. Поэтому это и есть ответ на вопрос о методике работы. То есть это полностью, я прошу прощения, полностью написание сценария. Сценария жизни, мы не обязательно такого. Говорим сейчас уже о редевелопменте вообще. Да, любом, наверное, да. На проекте даже не квадратные метры проектируете, да, правда? Да. 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 Мы стараемся к новой архитектуре совершенно верно также подходить, что это как раз не просто продумывание фасада или из какого материала это построено, да, то есть это одна из составных частей, но прежде всего, что за жизнь там будет, каковы, поэтому, например, там очень много внимания уделили в частности, да, в «Рассвете», но и в других наших там проектах «Колофт». Но если мы говорим про редевелопмент, то было очень непросто найти правильный, опять же, вот ответ на ситуацию, что делать, вот, например, с первым корпусом, который себя представлял просто промышленное индустриальное здание из панелей. И только
начав как-то осознавать, анализировать контекст, мы поняли, что скорее нужно не придумывать какую-то просто абстрактную форму там, и работать на контрасте. Ну и нам никогда не нравилось работать и вообще даже думать о том, чтобы копировать просто какие-то исторические стили и создавать какие-то подделки. Поэтому мы предложили совершенно новое решение, но основанное на каких-то таких генетических чертах, присущих лучшим образцам окружающей застройки, которые там рядом есть. И там, католический собор, и палата Щукина, и корпус Рассвета, который Клейн построил. Вот эта вот кирпичная, богатая пластикой архитектурная архитектура, она, в общем, подсказала нам направление работы с этим корпусом. То есть нам хотелось восстановить и улучшить саму среду, потому что завод, он как бы выключен из окружающей среды, а нам показалось, что надо добавить новые качества, и если он переходит из промо в жилье, то и превратить эти проезды в улицы, сделать палисадники и трактовать это, в общем, скорее как жилое здание. То есть мы оставляем полностью каркас, но при этом сама архитектура становится жилой. Она меняет ощущение и дома, и ситуации вокруг. То есть, с одной стороны, эта архитектура абсолютно вписанная, как ты сказал, в мировой контекст. С другой стороны, из того, что ты говоришь, получается, что здание, что именно это здание могло вырасти только именно в этом месте. Да. И это было для нас очень важно. Нам всегда кажется, что проект должен просто произрастать из этого места и вот почувствовать вот эту атмосферу. Вот очень важное как бы, да, такое ощущение. То есть это не геометрия, не стиль, а вот именно ощущение, правильное ощущение атмосферы и создание атмосферы. Вот что нам хотелось сделать. И мне кажется, что вот этот 34-й и 20-й корпус особенности, может быть, вот они создают такую атмосферу, которая, может быть, даже и не сразу видна на, там, ощущается на фотографиях, но когда человек туда попадает, да, он, да, абсолютно соглашусь, он всегда прямо переживает какой-то шок. Не передают. Все говорят, как так, как это вообще может быть в Москве такое место, которое кажется, что оно настолько хорошо по ощущениям, что прям как будто мы за границей. Прямо все говорят. Вот, ну, сколько не было людей. Если еще добавить как бы фоном звон колоколов от костела, то есть, ну, это ощущение вообще как бы усиливается, то есть на уровне всех и визуальных, и слуховых галлюцинаций, можно так сказать. А что самое интересное, что этот парадокс замечают, ну, как бы вот условно наши коллеги, гости и так далее, да, говорят, что это не здешнее что-то такое получается, атмосфера, а наоборот, ну, иностранные наши коллеги, с которым как бы удалось это увидеть, они говорят, что наоборот, как бы они чувствуют, что это очень какое-то русское, ну вот связанное с местом. Поэтому, ну, мне кажется, что в этом каком-то парадоксе, может быть, и есть его тот вот как бы успех, который, ну, то есть он попал в ту, как бы в точку, да, вот, наверное, это правильно, и в масштабе, и в материалах, ты вот, когда у тебя все складывается, собственно, мне кажется, это одно из таких тоже наших правил, может быть, в проектах, да, вот, когда все складывается, мы делаем все усилия, чтобы все составляющие и ответы на все вопросы максимальные и на какие-то идейные и функциональные, и ответы по уместности с точки зрения, опять же, бюджета, я извиняюсь, да, ну, потому что архитектура это тоже. Вот когда вот эти все составляющие складываются, то есть мы как раз продумываем от буквально жилой какой-то единицы, да, до пытаемся какие-то, ну, потому что очень важно какое-то разнообразие внести, и все-таки есть недостаток у нас сейчас, ну, какой-то вот типологический разнообразие в том жилье. Ну, а то, что ты описываешь, получается, что вы выходите за свои формальные границы профессии, да? Ну, не совсем. Наоборот, мне кажется, это и есть профессиональный подход. Да, сейчас все больше причем. Подход. Это, собственно, да, про то создание условий и, в принципе, исследование того, что там будет происходить и как там будут жить, и как вообще будут развиваться процессы. В принципе, в редевелопменте, мне кажется, самым важным является осознание ценности.
вот всего того, что было построено. Благодаря этому и появляется интерес к развитию этих территорий. Потому что если ты понимаешь, что эти пространства, эти конструкции, они ценны просто потому, что там можно организовать жизнь, устроить жизнь, это можно использовать. Они еще ценны тем, что они необычны. То есть это, они под другие функции сделаны. И тут возникает очень интересный просто повод что-то придумать, просто используя вот эти вот необычные все вещи. И в результате может получиться очень потрясающие результаты. Нестандартные. Да, нестандартные. Они всегда нестандартные. И в этом ценность тоже. Потому что результат, он тоже очень необычен. А необычность это всегда привлекает. Ну и, соответственно, вот. Это может быть и плюсом, и с коммерческой точки зрения. Абсолютно, да, точно, абсолютно. Потому что это новый формат жизни, который получается новый образ жизни. И вот эти вот новые типологии, которые мы предложили, они так как раз, мне кажется, и восприняты людьми на ура, потому что нигде больше у них нету таких возможностей жить вот таким образом. Потому что всегда это только квартира... Понятно, там распределение комнат, 3-4 окна, в общем, на этом все заканчивается. Здесь совершенно другие возможности. Можно там работать на первом этаже, а на втором жить. То есть это приближается больше к многообразию каких-то новых укладов жизни и, в принципе, нормального города. То, чего мы во многом лишены благодаря наследию массовой жилой застройки. Спасибо вам за интересный разговор. Александр, спасибо. Да. До свидания. Это была программа «Главный архитектор». Совместный проект канала Art Play Today и интернет-издания ArcSpeech. Мы были в гостях у архитектурной группы ДНК и поговорили со основателями и партнерами ДНК Даниилом Лоренсом, Натальей Сидоровой и Константином Ходевым. Спасибо и до новых встреч.